Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня для вас очень красивая роза Сахара. По изготовлению такой розы было задано очень много вопросов, и я постараюсь сейчас на них ответить. В этом случае все аналогично предыдущему видео. При помощи молда, губки и горячего утюга выполняем лепестки. Кому нужно более детально, ссылочку оставлю в описании к этому видео, или она появится на ваших экранах в правом верхнем углу. В работу также взяла иранский фоамиран 1 мм лимонного цвета. Пытаюсь его показать вам на камеру, но что-то как-то не очень получается. Специально взяла мелочек. Вот он, вот такого цвета. Нежно-нежно лимонного. Почему я на этом акцентирую свое внимание? От цвета вашего фоамирана зависит исход всей вашей работы. Лепестки готовы. Теперь начинаем творить чудеса. Делим их на 3 равные части, по 10 лепесточков в каждой части в зависимости от диаметра желаемого цветка, можно и больше. Работать сегодня буду масляной пастелью, а именно мелочком красного цвета номер 37. Краситель наносить буду с помощью губки для мытья посуды. Я убрала жесткую часть и мягенькой частью буду работать. Беру лепесток из первых 10. Интенсивно его тонирую, прокручиваю пальчиками и формирую лепесток. Лепестки второго десятка тонируем только самую верхушечку, примерно 1 сантиметр от края лепесточка. Лепестки третьего десятка тонируем еле заметно. В некоторых лепестках я тонировала только торец, основной лепесток не затрагивая. Такая разная тонировка позволяет оживить цветок и сделать его максимально реалистичным. Я надеюсь, что принцип понятен. Вот лепесточек первого десятка, второго десяточка, окрашенный менее интенсивно, и, соответственно, третьи заключительные рубашечные лепестки. Саму сборку показывать не буду, для вас это не ново. Центральный бутон формируем из лепесточков первого десятка, потом вклеиваем следующие 10 лепестков и заключительные третий десяточек. Завершаем наш цветочек. Вот и все. Если остались вопросы, пишите в комментариях. А на этом я с вами прощаюсь. Желаю всем вам творческих успехов, самых красивых и аккуратных работ. Не забудьте подписаться и смело жмите на колокольчик, чтобы не пропустить выход новых видео на моем канале. Всем добра и удачи! Всегда ваша Чернова Юлия.